Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к условному сроку за сокрытие фактов педофилии в церкви. По словам самого архиепископа, понтифик отказался принимать его отставку, сославшись на презумпцию невиновности. Тем не менее, Барбарен решил, цитата, «ненадолго оставить дела». Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 70-80-х годах начался в начале января. Помимо архиепископа, на скамье подсудимых были еще 5 человек, но осужден был только Барбарен. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно за недонесение на священника Бернара Прейна, уличенного в педофилии.